you are not complex. I'm sorry, I am not impressed. Back on my bullshit again. I'm having way too much fun. I'm in a section with 7K monsters around me. I swear I can't only touch one. Это видео было снято до того, как меня деактивировали. Приятного вам просмотра. Всем привет, с вами Кирилл, вы на канале Кирилл Гейм, и сегодня мы играем в криминалочку на серии Amazing Holy Play, первый сервер. Мы не Кирилл Путбуль. Да, сейчас идет капт, но, блин, меня админы сюда тпхнули, я их еще час назад где-то попросил, и вот наконец-то меня сюда тпхнули. Я знаю, вы видели это место уже у других ютуберов, но я решил сам лично это посмотреть, потому что мне было очень интересно, и я хочу показать вам подробно все. Вам, короче, хочу показать. У меня тут пушка на всякий случай. Вдруг зомби здесь будут лазить, там все дела. Это у нас... Как называть это место админа? Это дом ужасов. Что-то типа такого. Я не знаю, как точно это называется место и так далее. Сюда очень трудно попасть. Даже не все админы могут сюда попасть, потому что надо именно знать координаты этого места. И не все админы знают, даже Шарапа не знает. Даже Га, то есть, не знает координаты этого места. Там не все админы знают, кто давно здесь играет, те знают координаты этого места. Я здесь еще ни разу не был, на самом деле, вообще ни разу. И вот я решил посмотреть тоже сам, что здесь и как, потому что мне реально интересно, что это за место вообще, и что здесь как происходит, и есть ли здесь что-то интересное. Ну, здесь довольно-таки стрёмненько, я бы сказал. И здесь играет стрёмная музыка. Не знаю, вам её слышно, я думаю, слышно. Реально играет стрёмная музыка. Я ещё с пистолетом, блин. Так, а здесь сюда что? Здесь у нас прохода нету, по идее. Ну, блин, вот если ночью так сюда попасть, как бы, да, я знаю, что немногие боятся там и так далее. Но было бы, я думаю, стрёмно. Вот именно музыка вот эта... Что это за яма? Ее можно как-то обойти? Нет, нельзя. Вот туда я боюсь прыгать. Очень боюсь. Ой. Я упал. Так, мы продолжаем. Меня обратно тпхнули. Спасибо большое Джессике Стюарт. И надеюсь, я правильно прочитал ее ник. Я упал, как вы видели, в принципе, меня теперь обратно сюда тпхнули. Давайте посмотрим, что же здесь и как вообще происходит. Так, обратно пойдем в ту сторону. Так, вот здесь у нас дверь. Вот здесь мы были, я вон там упал вроде бы как. Да, я видно эту дырку дебильную. И вот там вот дырка есть, я там упал. Не будем повторять те же самых ошибок. Довольно-таки здесь мрачно, я бы так сказал. Ну реально очень мрачно, этот звук еще, блин. Фу, я еще без оружия, хотя думаю, никого мы здесь не встретим. Надеюсь, это админы на мной шутить не будут, а то, знаете, блядь, какую-то хуйню сделают, ебать. Оборотня какого-то, блядь, скин возьмут. Так, это у нас что, типа кухня, я так понимаю? Да, это кухня, вроде бы как. Здесь мы пройти не сможем. Здесь тоже. Так, здесь у нас какие-то коробки. Угу. Давайте пойдем дальше. Здесь у нас выход получается, да? Ну да, в принципе, здесь выход. И здесь вот такой вот выход. Так, здесь у нас, в принципе, ничего нету. Вон те дома. Я не знаю, туда можно зайти или нет. Бля, такие звуки, конечно, немного стрёмные. Ну как немного? Даже немного стрёмные. Блин. Тут у нас завалено, видите? Вот шкафом. Я не знаю вообще, откуда взялась эта штука. Она в обычной криминалке есть или нет. Я на самом деле без понятия. Ну, я думаю, это в обычной криминалке есть. Но знают об этом, наверное, не все. Но я вообще никогда не знал. Я где-то месяцев 5 назад знал, что есть такая тема, но здесь никогда не был. Так, здесь у нас матрас. Вот такой вот матрасик у нас. Я еще, блин, в тюрьме просто сижу. У нас есть сколько времени, чтобы... У нас есть 1 минут, чтобы здесь все посмотреть. Поэтому давайте быстренько
Все здесь посмотрим. Итак. Было бы круто, если бы вместо тюрьмы сюда садили. Реально, было бы реально прикольно, я думаю. И стрёмно тем, кто сидел. Тех, кого наказывают. Вместо Де Моргана сюда садить просто. Ну, просто здесь дыры же есть, как бы, и так далее. Поэтому, да, им сюда не по приколу будут садить. Пошлите наверх, поднимемся тогда, наверное, я думаю. И посмотрим, что же у нас здесь есть. А здесь у нас вот еще одна какая-то комната, блин. Я, честно, только что немного испугался. Того, что... Ну, вы понимаете, да? Я... Что это вообще такое? О, господи. Так, давайте вот такой вот скриншот сделаем. Немного стрёмно здесь, да? А, это типа... Типа мужики без головы какие-то. Ну ладно, не будем на этом зацикливаться. Поехали дальше. Тут у нас ничего нету. Здесь у нас огнетушитель, ведро со шваброй. В принципе. Так, вот последний, видимо, этаж. Блин, эта музыка как-то громче-громче становится, либо мне кажется. Надеюсь, меня все-таки будет слышно. Я для большей атмосферы включил вам звук. А нет, это не последний этаж, кстати. Тут что-то есть? Или кто-то? А, это дверь... Нерабочий. Здесь можно спрятаться, в принципе, за дверью, я так понимаю. Так, вот здесь еще одна комната. Так, здесь у нас телефон лежит. Ну, на самом деле, интересно такое место посмотреть. Это, в принципе, круто. Я думаю, вы со мной согласитесь, в принципе. Это реально круто. Я думаю, многие хотели бы здесь побыть, посмотреть. Так, вот этот последний этаж. Здесь у нас камера находится. Я не знаю, либо это здание из какого-то фильма и так далее. Просто я не понимаю, откуда это. Как бы, может быть, это сами, кто создал КРМП, придумали. Но не думаю. Я думаю, мне кажется, это из какого-то фильма или сериала. Так, видите, здесь вот камера еще есть. Вот здесь какие-то пульты и так далее. Блин, там музыка еще так напрягающая такая, я вам серьезно говорю. Как бы попасть сюда, это только это здание, я так понял, рабочее. А вон там дальше, я не знаю. Ну, сейчас пробуем туда как-то попасть еще. Попробуем как-нибудь это сделать. Надеюсь, у меня все получится. Хотя хрен его знает. Так, вот еще камера. Ну, мне, серьезно, мне кажется, какой-то фильма, либо сериала, может быть. Ну и это у нас тупик получается, да? Да, это у нас получается тупик. Давайте спустимся обратно вниз. И посмотрим, что у нас там дальше. Может быть, что-нибудь еще интересное найдем. Мне кажется, это здание из какого-то фильма. Какого-то старого фильма. Какого ужасика какого-то, блин. Ну серьезно, потому что все как-то очень так продумано здесь выглядит. Кому-то действительно с какого-то фильма, знаете, взяли и сделали. Может, я ошибаюсь, я не знаю, напишите свои предположения, либо кто знает. Потому что я и без понятия. Мне кажется, все-таки какой-то фильм. Потому что, ну, такой маппинг, как бы, и такая музыка, это не просто так. 100% не просто так. Здесь я, по идее, был, да? Да, видимо, я здесь был. Давайте спустимся в самый низ. И посмотрим, что у нас в самом низу происходит. Может быть, что-то еще интересное найдем. Тут, походу, блин, 5 этажей или 4. Я так и не понял. Так, где у нас тут выход был? Видимо, вот здесь, да. Какая-то машина. Кстати, машина из Криминальной России. Ну, обычная стандартная машина. Не знаю, как они это сделали. Но выглядит довольно-таки тоже прикольно. Вот эта дверь не открывается. Давайте попробуем даже куда-то залезть. В принципе, да. Только у нас это не очень получается что-то. Ну ладно, сейчас разберемся. Если как-то наверх подняться куда-то. Было бы действительно круто. Так. Так.
Ой, у меня еще хп немного. Поэтому мне рискованно это делать, но я хочу попытаться перепрыгнуть на другую сторону. Хочу попробовать это сделать. Так. У меня вроде вот, вот так вот получилось как-то сделать. Ай, снова неудача. Ладно. Пробуем сюда. Там, видимо, ничего нету, я так понимаю. Да. Там ничего нету вообще. Но все равно выглядит это очень даже круто. Давайте вот такой еще скриншот сделаем. Оп. Действительно, здесь довольно-таки прикольно. Такая музыка еще, блин, жесткая. Как бы нам запрыгнуть куда-то. Еще. Так, видимо, я здесь застрял, да? Полет чайки называется. Серьезно, я застрял здесь, видимо. Так, давайте ним 10. Ним 8. Да, я, видимо, здесь застрял. Что-то какое-то неудачное место, я вам серьезно говорю. Я еще как чайка лечу такой. Ну, думаю, это будем заканчивать. Какое-то проклятое место. Что-то нам здесь много раз не везет. Во. Я выбрался отсюда. Е. Поэтому можно еще продолжить чуть-чуть. Сколько у меня там времени осталось? 4 минуты. Ну, нам хватит. Думаю, давайте на подсвете попробуем прыгнуть в эту проклятую яму. Посмотрим, что же нас там будет ждать. Во-о-о. Ну, в итоге мы здесь умираем. Вот это поворот! В принципе, это было очевидно. Ну ладно, на этом будем заканчивать. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, кто не подписан. Подписывайтесь на группу ВКонтакте, все ссылочки есть в описании. Заходите на все ради, ждите новых серий. Всем пока-пока. She was from the outside, I was from the north. She was from